Всем привет, с вами я Компот, сегодня я вам покажу, как получить код семейный от Стима. Поехали. Да, ребята, у некоторых людей, собственно, стоят семейные коды. Либо они забывают, либо происходят такие случаи. То, что они покупают аккаунты с играми, а там стоит семейный код. И там включен, собственно, Steam Remote Play. Это, собственно, человек, который может подключаться к второму... будет второй типа участник, и он может управлять вашим, собственно, курсором. Это даже мне не нравится, поэтому я вам покажу, как это сегодня выглядит. Поехали, ребята, обязательно запускайте Steam, потому что программа не получит данные от Steam клиента, поэтому мы запускаем. Я, собственно, открываю экранную клавиатуру и здесь пишу 1 2 3. Окей. Все, вот, собственно, у нас открылась программка. Теперь мы нажимаем, собственно, пишем Y. Если что, на данном моменте пишите просто Y, английское Y. Все. Ну, короче, yes. Можешь сказать yes, только Y, то есть Y. Пишем мы, потому что если no, то оно закроется. Так, мы получили пин-код. Это 0801. Окей, давайте это проверим на самом аккаунте. Нажимаем, допустим, сообщество. И пишем просто. 0801. Закрываем экранную клавиатуру. И мы получаем. Все, ребята. Теперь как отключить, собственно, Steam Remote Core? Ой, Play. Заходим в Remote Play и отключаем. Вот видите, транслируйте игру между своим компьютером и другими устройствами. Чтобы подключиться, просто войдите в этот же экран с другого устройства и выключите другой компьютер в Steam Link. То есть он может подключаться к вашему компьютеру. Поэтому мы, собственно, это решили. И, собственно, мы получаем код. Мы получаем пин-код, который мы будем теперь знать. А если мы забудем, то мы опять можем запустить программку, и все. И за 8, собственно, доходит до 8%, и мы получаем, собственно, пин-код. Спасибо, ребята, за просмотр, ставьте лайки и подписки. Если вы хотите больше таких роликов, то соберите лайков 15, и я... Не 15, а 20. Но соберите также 20 лайков, и я засниму что-нибудь другое. Пока что посмотрим, что. Ладно, всем удачи, всем пока!